Мы автостопим. Когда приедете? Хуй его знает, называется. Олежа, покажи наш плакатик. Ну я хочу спать, Олег. Малышка. Мы были уже... До Усимы доехали. Это что вообще? Все небо в птицах. Мы не доехали до Новосибирска, если что. Ну, в общем-то, все. Наше заключительное утро здесь. Мы уже встали, выкопали картошку, помыли ее, почистили. Олег сейчас готовит. Вы бы знали, как готовит Олег. Господи, Олег, я тебя так люблю. Ай, блядь. Здравствуйте. Здрасте. А вы куда едете? Ой, я еле вам попадаю. Просто шикарно. Еще у тебя штанцы такие. Штанцы, да. Олег, профессиональный апьератор. Вау, это типа я двигаю. Покажи. Ты бабучки, да я не пила. Пей быстрее. Че, пока, ребята? Сколько время? 9? 9, да. Выезжаем из Чимала. 2 часа ночи. Да? Ну, да, в 4 часа пришли. Днем не интересно. Мы рассвет хотели встретить. Что за чилзона? Смотри. Вот сюда нас попутка привезла. Это какое-то село рядом с Чималом, 17 километров от него. Как тут красиво. Деревня, прикиньте. Давай я. Олежа, покажи наш плакатик. Нас сейчас угостят солянкой. Как приятно я могу. Спасибо большое. Хорошего вам дня. Спасибо. Мы тоже надеемся, что доберемся. Спасибо большое. Ой. Вон те ребятки тоже из Томска. Ох, чисто разговаривать в другом селе за 17 километров от Чимала в лесу. Мы сейчас в Томск, Влад. Мы автостопим. Когда приедете? Хуй его знает, называется, знаешь. Путь из жопы до Томска. Мы вчера купались в Катуне, блядь, ночью. А позавчера мы поделились ночью в гору, блядь. Ночью. Я видел стори все твои. Узнезя. Это где, спросите вы? Мы не знаем, ответим мы. Лен, посвети. Я сердечко Алтай. Все светящееся, что нам попадается. По пути я снимаю. Вот, например. Алтай Стар. Красиво, блин. Я бы сказала, очень. Жаль, что камера не передает всех этих красот. Сезон в новом есть. Да, не сезон маленько, мы поняли уже это. Где едем? Мы сейчас в Усть-Сине. Нам предложили остаться переночевать. Давай, рассказывай. Девчонки хотят поехать на базу, сделать шаг назад. Чего вдруг они должны нас везти куда-то, Катя? Они сюда нас привезли только потому, что им по пути было сюда ехать. Но они все равно как-нибудь, если очень хорошо попросить. Да я хочу спать, Олег. Малышка. Машина едет, походу. Где ты видишь? В темноте? Хоть какой-то свет. Я слышу. Хотите нас поспать? А где Данил? Данил? Да. И вот друг его. Его Ваня зовут. Его Ваня зовут. А, Ваня. Блин. А, вы только что познакомились? Елена. Катя, да, Катя. Пожалуйста, Олег, включи свои договорные качества. Ораторские искусства, да. Че поймали? Да куда? Катя. Да, давай. Ну, как-то не переночевали мы. Мы были уже... До Усть-Симы доехали. До Усть-Симы, да, доехали.
и обратно. И нас вернули ребята, сказали, можно поспать, и встретили вас. Я прям знал. Камазе. Ну-ка, причесочку попробуй. Давай. В общем, мы сейчас едем в КамАЗе. Да? Выпрок помогает, выпрок спасает. Сейчас мы на мусорной свалке. Вам оставить? Нет, спасибо. Спасибо. Так круто, когда кормят. Вообще крутяк. Мы в Бийске. Это Бийск. Доехали автостопом, как я и говорил. Ну да, хорошо. Катя, возможно, будет с вами спорить, а может быть со мной, что все это не так. Но все так, как и должно было быть. Ну, короче, в Бийске 11 градусов, очень холодно. Олег голый стоит, чтобы нас согреть. Вы посмотрите, это что такое? Это что вообще? Все небо в птицах. Сейчас они еще тучей такой вылетели просто. Капец! Просто! Это утки? Мы остановились поесть. Сейчас поедим и двигаемся в Новосибирск. Не доехали до Новосибирска, если что. Мы в торговом центре Облепиха, 10 километров от Барнаула. В общем-то, вот наш путь. Чимал. Ставишь эту смешную песенку, да? Просто сколько здесь населенных пунктов. И вот мы здесь! А нам сюда. Новый год, значит. А? Новый год, значит. Скорее, блядь. Не знаю, новая. Сейчас погоди. Новая жизнь, реально. После такого, если мы вернемся вообще. Я вообще переосмыслю свою жизнь. Это же отлично. Я пойму срочно на машину.
По ИЗО 5, да? Кажется, нам поставят больше пятерки. Поехали домой. Пожалуйста. Отгадайте, кто стопанул машину. Это я сделала. Сейчас едем с водителем, наверное, 10 километров в час. И он везет 20 тонн цемента. Но радует, что сразу до Томска хотя бы. Водителя зовут Олег. Он рассказывает нам смешные истории. Вот на этой ласточке мы едем. Вот это, конечно, машина. То на говновозке, то на цементовозке. За весь наш трип, ну, имеется в виду от Чимала до Томска, это 9-я машина. Понял. Мы в прошлый раз же там как раз снимали. Об этом ты мечтала все эти 20 часов. Да, я об этом мечтала. Спят, устал, есть игрушки. Покажи. Просто жизнь.